Всем привет! Приехал турек на пневме. Жопа задратая. Перед типа упавший. Ну, вот сейчас будем делать диагностику. Значит, подключаем шнур, пока зажигание не включено. Шнур подключен. Вот здесь находится разъем УБД-2. Включаем. Включаем зажигание. Включаем компьютер. Заходим в СДС. Выбор блока управления. Так, раздел ходовая. Регулировка дорожного просвета, 34-й блок. Коды неисправностей. Передний правый датчик дорожного просвета G289, сбой изоляции. Ну, владелец говорит, что менял этот датчик, значит, сейчас надо будет посмотреть, в каком состоянии разъем, окислы, не окислы, вот, оторванные провода, замыкающие провода и так далее. Ошибка — это не сбрасывается. Так, запустим машину. У нас дизельный сегодня и на пневме. О, отлично. Так, зайдем по новый блок. Передний правый датчик, да, ошибка не сбрасывается. Закрыть назад, назад, выход. Так, короче, чего, сейчас, значит, поднимаем машину и лезем смотреть датчик, разъем датчика. Значит, чтобы поднять машину, нам надо включить режим домкрата. Режим домкрата включается у нас удержанием кнопки лок в течение 5 секунд. Вот она начала мигать. Это значит, режим домкрата включился. Вообще, по идее, еще нужно наручник поставить. Но включилось, значит, включилось. Хорошо. Поднимаем. Вот он сам датчик. Ну, выглядит и правда новым, помененным. Сейчас сниму с него разъем и посмотрю, как там дела. И, видимо, надо весь... Вот он уходит за стойку. Вот здесь вот он лежит в грязи. Он там... Надо будет это все снять, и дальше вот он, провод. Вот он от него уходит сюда вот, за подкрылок. В общем, сейчас будем смотреть. Ну, в общем-то, разъем снял. Вот. Там зелени нигде нету. Вот. Ну и причина нашлась практически моментально, когда я начал... снимать гофру
Вот она причина. Замыкание в электропроводке. В принципе, вот зелени нигде нету. Все чисто, но вот тут вот такая вот ерундень. Сейчас соединим. Я думаю, ошибка уйдет, все заработает. Вот так вот у нас получилось. Аккуратненько. Термоизоляция, термоусадки. Вот, я думаю, что сейчас ошибка уйдет. Вот, и ну, сейчас проверим, посмотрим. Я, кстати, забыл сказать, что должна появиться вот такая джек-мод на приборке, когда режим домкрата включен. Выключается таким же образом, зажимаем кнопку лок на 5 секунд, либо он сам отключится при скорости 5 км в час. Так, датчик я проводку восстановил. Сейчас будем убирать ошибку и смотреть, как себя машина ведет дальше. Вот ошибки сбросили. Выход. У меня еще ноутбук садится. Сейчас я пока все выключу и посмотрим дальше.